Как вас зовут? Петруха, без Ф. Ну а в имени Петруха нет буквы Ф. Верно, я так и сказал. Подписываемся и слушаем дальше. Город приехал цирк Шапито. В перерыве между номерами директор объясняет зрителям про слонов. Он говорит: слоны необычайно сильные и умные животные. Когда надо работать, слоны принимают активнейшее участие. Каждый слон работает за 20 человек. Дед Петруха из зала кричит: «И что, по-вашему, это от большого ума?» Хочешь халявный стартовый пакет? Хочу. Почем? Почему русские не закусывают после первой? Потому что нечем будет после второй. Дуэль по-русски – это когда обиженная сторона, прихватив пару секундантов, ждет обидчика за переулком и втроем бьют ему морду. Невероятно! Ваш сын уже в 4 года читает газеты. Если бы. Он только и знает, что кроссворды раскладывать. А кто это сделал? Улыбнись мне, лучше зарно, красавица. Говорят, британские ученые разработали двигатель, работающий на перегаре. Врут, вечные двигатели запрещены законами физики. Аниптико! Приготовьте своего мужа к наихудшему. Доктор, он умрет. Гораздо хуже. Он больше не сможет пить пиво. Ты помнишь, мы неделю назад перешли на зимнее время? Да, конечно. Я попросила мужа перевести все часы на 1 час назад. Понятно, ну и что? Так он перевел, кроме часов, еще и таймер на плите, где я пекла торт. У сына вся жизнь. То химия, то лагерь, то химия, то лагерь. Он рецидивист? Ну что вы, он химию в школе преподает, а летом воспитателем ездит в детский лагерь. А езжи! Что такое тупая травма? Это когда синяки остаются. Если бить по-умному, синяков не будет. Примерно половина людей воняет потом, вторая половина воняет косметикой. И в какой же половине находишься ты? В той, что носит вонючие носки. Подписываемся, кликаем на колокольчик.